Я здесь неподалеку увидел бездомного и увидел, что он босой. Скоро уже зима, холода потихоньку начнутся, поэтому решил подарить ему кроссовки свои. Они не новые, но они в отличном состоянии. Эй, дружище, решил тебе кроссовки подарить, чтобы тебе тепло было. На, держи. О, спасибо большое, братуха, блин. А ты не будешь, ну, типа, плакать там? Нахер. Ну, типа от благодарности. Ну... Могу, только бухнуть надо, а то у меня настроение нет. Все эти видео, посмотрите, как радуется со слезами на глазах бездомный, купленный ему пиццу. Или как плачет американский подросток, когда одноклассники дарят ему кроссовки. По-моему, неправильно это снимать, а потом куда-то выкладывать. По-моему, снимать такое — это какой-то странный вуайеризм. Эти видео учат добру. Нет, они учат наслаждаться чужими сильными эмоциями. Это какой-то эмоциональный цирк, что ли? Ну так это же пропаганда добра. По-моему, нет. По-моему, это не пропаганда добра, а пропаганда того, какой ты добрый. Если ты это сделал и снял, или сделал репост этого. Я не просто хочу добра. Я хочу, чтобы мое добро рекламировало настоящая человеческая истерика с рыданием. Да, может быть, если подарим кроссовки еще дороже, то он не только реветь, но и биться башкой о пол начнет? Надо обдумать это. Вот, пиццу вам решил купить, чтобы вы покушали. Доброе дело сделать. Че... По ошибке заказал с ананасами? Да. Типа я не просто хочу сделать подарок, я хочу снять на видео, чтобы человек, доказывая, какой я хороший, ревел на камеру. И не вздумал бы успокаиваться хотя бы минут 5. Я хочу, чтобы он своей истерикой доказал, какой я исключительно добрый. Они часто такие в этих видео: да ладно, успокойся, все нормально, не плачь. Но мне кажется, я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, что на самом деле они думают: да-да, плачь погромче, больше просмотров. Потому что мы хотим быть не просто добрыми, а супер добрыми. Чтобы все добрые, которые были до меня, жрали пыль моей гоночной машины добра. Вот настолько добрый. Вот хочу вам кроссовки свои отдать, чтобы вы не мерзли. Одно условие. Да, конечно, любое. Тебе нельзя будет об этом в своей инсте рассказывать, потому что я... Все, пока. Я думаю, это называется не добрый, а тщеславный. И добрый, конечно же, тоже, но не в первую очередь. Добро от этого не перестает быть добром. Но когда впереди шагает тщеславие, то я лично это самое добро как-то по-другому уже воспринимаю. Не плачь, дружище, это просто кроссовки. Я и не плачу, это из-за вони, ты носки-то меняй иногда. Не хочу, чтобы ты терял веру в людей, поэтому совершаю добрые поступки. Не хочу тебя обидеть, но я за сегодня 3 литра портвейна выпил, и только рядом с твоими кроссовками меня тошнить начало. Это как если я хочу помочь донести бабушке сумку до подъезда и нанимаю для этого оркестр, чтобы он, пока я не несу ее сумки, шел передо мной и играл торжественную музыку. И чтобы все смотрели, видели, какой я добрый. И певца, чтобы он воспевал мои деяния. Эльдар славен умом и Колымбахой велик. Добро от его рук течет по всему миру. Хочешь подарить кроссовки? Сделай это, не снимая на камеру. Отправь по почте, оставь возле дома и уйди. Пусть, если человек, который получил кроссовки, сам, если захочет, снимет себя на камеру с этими кроссовками и скажет: «Эй, кто-то мне подарил кроссовки не ради просмотров. Мне кто-то что-то подарил не ради просмотров». Представляете? Вот пакет продуктов купил для вас. А где зубная паста? Я думал, она у вас есть. Где? В ванной в квартире, которую меня отжали неблагодарные дети за то, что я их не родил, а выдумал, чтобы врать, что они у меня отжали квартиру. Снимая такое на камеру, ты как бы говоришь: давайте его слезами покажем, насколько он бедный и насколько ему нужны эти кроссовки. Он же ревет из-за них. Представляете, какой он нищиёп, а? Ха, лол. Это не ради просмотров. Тогда выключи камеру. Нет. Тогда хотя бы вставь ссылку на мой инстаграм. Нет, звезда только я. А если вдруг тебе подарят кроссовки, и ты вдруг не будешь плакать? Мне кажется, одноклассники отберут у тебя кроссовки и отмудохают тебя за школой. Будут тебя бить и говорить, где слезы. Это как подарить человеку свитер, а потом сказать: понравился, да? А теперь разбегись в этом свитере и ударься башкой об стену. И лучше с кровищей, чтобы у меня просмотров побольше было. Чтобы больше людей узнало о том, какое добро я совершил. Как я прекрасен, великодушен. Давай, вперед, не жалей себя, я начинаю снимать. И когда я буду тебе снимать и говорить: успокойся, не плачь, то ты плачь и не успокаивайся, окей? Это небольшое. Постарайся, наоборот, побольше плакать. Нам нужны яркие эмоции, понимаешь, для Reddit. Ну, ты, наверное, поплакать хочешь из-за кроссовок, да? Чё-то не могу. Вот поэтому ты и живешь на улице. Я все это к тому, что это не пропаганда добра, это пропаганда какого-то вуайеризма. Типа, мне все приелось, я хочу настоящее, реальное шоу, но при этом хочу оставаться
хорошим и добрым. Это добро. Но это такое добро, которое провоцирует человека бояться добра, потому что его сокровенные чувства превращаются в шоу. Рок-н-ролл. Слушай, а можешь на камеру походить в кроссовках немножко, сказать: «О, теперь моя жизнь другая, спасибо большое Эльдару». Блин, он умер. Что делать, а? О, вон еще один бомж.